Вкусил? Нет. Итак, внимание, для торжественной церемонии награждения приглашается руководитель Федерации культуры России в Республике Татарстан, судья первой категории Грызунов Андрей Евгеньевич. А также мы приглашаем для торжественной церемонии награждения волонтера группы поддержки военнослужащих 16, ветерана войны в Афганистане, ветерана труда Котенкова Владимира. Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, в первом же раунде чистую победу одержал боец из города Нижнекамск! Торжественно вручается